Друзья, привет! С вами я, Александр Дагадин. Продолжаем играть в игру One Level 3. Побег из тюрьмы. Закончили мы на 160-м, по-моему, да, 171-й. Кто там балуется? Ой. Ничего себе. Кто там балуется светом? А, смотрите. Если прыгаешь на прыжок, нажимаешь... Вот, когда нажимаешь на кнопку прыжка, он свет выключается. Такс. Ну, в принципе. Оп. Можно сориентироваться. Прикольно, блин. Ай! Во. Та-та-та-та-та-та-та. Прошли. Так, 172-й шмелиный патруль. И... О! Ага, он за нами смотрит. Значит, надо нам аккуратно, быстро пробежать. Пока он нас не видит. Быстрее убегаем. Давай, стикмен. Прошли. 173-й, не дергай рычаг. Не дергай рычаг. Ну и что нам? Вот мы не дернули рычаг, мы на него нажали. Прикольно. Раз, и все, вообще простецкий уровень. 174-й, это у нас... А, по-моему, уже был такой уровень. Быстрее. Оп. Давай. Блин, а там ключа-то нет. А где ключ-то? Эй. Эй. Где ключик? Может, ракету сюда запустить, чтобы она взорвалась? А, во. Ха-ха. Отрыгнул ключом. Прикольно. О, ну это легкий уровень, по-моему. Мы в это играли, типа такого. Давайте так, наверное, сюда вниз нам. Здесь сделаем вот так. А потом мы вот сюда пробежим. Вот это отодвигаем. Отсюда наверх. Так, так, так. Да, в общем-то, легко. 176-е отражение. В чем прикол? Где ключ? Что за отражение? О. Фига. И что, как нам быть? Рычаг что нажать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О! Ха-ха! Надо было просто перейти за стенку нафиг. Капец. 177-й, пушки к бою. Так, ну я так понимаю, надо быстро проскочить, чтобы тебя пушки не задели. Быстрее. Фу, фу, пронесло. 178-й, проще, чем кажется. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, последний у нас отщелкнулся. Он тот. Самый первый. Теперь вот этот. Ага. Вот так. Ой. Ну, и чё? Офигеть, блин. Ну и как тут быть? Может, что нажать? Нет. Интересно. Друзья, напишите в комментариях, как вы прошли. Хотя вы уже сейчас, но все равно я его пройду. Так, если мы назад сделаем все, и вот это назад. Да блин, капец. Эй, замок. Ну ёлы-палы, блин. Непонятно. Я вообще не понимаю, по какому принципу-то. Проще, чем кажется. Проще. То есть кажется сложно,
А проще? А чё, что может быть проще? Может тут как-то запрыгнуть, попрыгать? Замок? Нет, не открывается. Давайте его, может, его разбить как можно. Блин. О, ничего себе! Прикольно! Короче, надо было просто подойти к нему. Охренеть! Так, упертый шмель. Ёлпала, а как так? Что делать? Да ну нафиг. Может, на него нажимать надо? О! О! А, смотрите. Красная штучка направление меняет. Фига, я даже не заметил ее. Ну, давайте. Так. Иди-ка погуляй. Иди назад. Давай назад. Иди сюда. А теперь назад. Иди полетай пока там. Назад. Быстрее бежим! Бух! Прикольно. Так, это у нас босс, да? Ну и чё, как на тут? Кнопочка у нас есть. Я так понял, надо кнопочку нажать. Давайте. Вон, гирька упала. Такс. Вторая. Наверное, последняя сейчас, мне кажется, ему. Ё-моё! Проиграли, друзья. Давай, открывайся быстрее! Быстрее открывайся! Вася, открывайся. Нажали кнопочку. И еще разок. Бумс. Наверное, еще раз. Опа-на. Опа-на. Не, еще разочек. А, все, да, открылся, смотрите. Прикольно, ну-ка. Эй! Что с тобой случилось? Ну все, друзья, прошли мы этот уровень 180. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на канал, также поделитесь этим видео с друзьями. Все, друзья, до новых встреч, пока!